Человек эмоция Виктор Халяпин. Там какая сегодня тема, типа живем или не живем? Нет, да? это в воскресной волне. Я знаю ответ. А вот, кстати, я хотел сказать либо мудрейшую глупость, либо мудрость, что я не знаю, живем мы или не живем. И хотела стихи о любви почитать на самом деле, но вы сказали, что матом только можно одно слово, поэтому я не буду. О любви как? Он падает почему? Че падаешь? Никто никого никогда не поймет. Все можно назвать враньем. Поэт соловей, но о чем он поет? Поэт откровением мертв. Да, голос его бесценный дар. Кричащий души желание панка нажраться, жевать, выживать из ума, порвать предоставленный вакуум. Обиду не может понять и жалеть. Чувства живущие будут желтеть. Хотелось быть пледом, плечом, человеком. Хотелось честней быть чем. Согласие, космос, союз, мультфильм, заряженный воздух, курортный флирт, советская проза, картошка фри честнее, чем первый трип. Волной FM, засоряя эфир, шум белый в груди, одной мыслью привык. Никто не придет, никого никогда нельзя слишком сильно любить. Предательство, ложь и обман, а затем присутствие жизни в пустом измерении. Тем временем дверь открывается первому снесшему дверь с петель. Я не претендую на искренность чувств. Аккорды, зажатые жалостью струн, чуть-чуть вдохновения, солнечный луч сошьют на земле без снов. В неприкосновение пьяный никто, пройдусь никогда. Проснусь, никого, там музыка громко играет, тепло, там хочется стать рекой и плыть по течению на водопад, где правда сурова, где вечность по плану, где занавес падает и падает, всплывает, где верить возможно славу. Что дано тебе видеть за гранями треугольного глаза искусств? Я с похмелья проснувшийся раннего себе стопку надежды плесну, а за стопку и стопку и заново. И прольется надежды обман. Есть талант, нет удачи, есть знания, есть прелюдия Бога одна. Чё ты пялишься так? Чё ты корчишься? Будто я ей в ладони сблевнул. Почему тебе кажется вотчиной этот мир, где голова вызову, потому что кипит чугун сковород и плевки вылетает из не, потому что становишься с полохом сковорох. Представление людей, ах вы, люди мои, вы затрещены. Ай ты, гадкий и горький стакан. Почему я пьяный и бешеный, просто мной овладел сатана. Есть чистилище, значит, есть грязнище. Это там, где с тобою живем, на нас мертвых построится капище. Прорастем после смерти жневьем, прорастем, погрустим, успокоимся. В молодой разъяренной груди расцветет голубым гладиолусом одинокое сердце интриг. Одинокое сердце на привязи, на кресте, в начертании, да, для чего вдохновение вызвали, чтобы им оправдали тебя? Для чего открывается истина, чтобы плакать о ней и стенать? А чего мы наполнены мыслями, чтобы нас разделила стена? Что дано тебе? Что тебе дарено? Отпусти жажду птиц в высоту, пусть найдут себе место за гранью, а дорогу назад не найдут. Я хотел долго прочитать. Насколько долго? Минут 5. Ну давай. Ехать пора. 5 минут и поедем еще. Рожденные в СССР,
превратились в общество, затрагивающее соседей вопросами жилплощади. Уши стен слышали очень и очень многое, как дождь стучит по крыше и как проходит молодость. Плач подростка девочки, скрипку еврея мальчика, он ровно в 9 вечера на этой скрипке хреначит, играет не очень талантливо. Он брал уроки музыки у молодого преподавателя истории современного искусства, тот платил кредит в свою очередь. За метры съемной комнаты, съемом с кредитной карточки, оплачен сексуальный опыт и Виталия Вениаминовича, соседа по блоку справа. Я закономерность вычислил, разврата его и срама, я видел его в подъезде голым. Привязанным к батарее, я видел его голову, она безнадежно потеряна. Я видел соседа левого в завязке почти полгода. Я видел его жену Лену в объятиях мужчины и другого, но мне на интриге похрену. Плевать на их треугольники, да, изменять это плохо, и шлюха в семье горе, но мне что, больше нечего делать, в чужом исподнем копаться. У меня у самого проблемы, у меня слуховая галлюцинация. Я слышал на автоответчике непрочитанное сообщение. Я ударю себя по печени, пока не придут черти. Вчера были Вера с Катечкой. Сегодня только ком в горле. Я видел, как начинается игра. Теперь вижу гайм-овер. Кому на роду написано, ползать, летать не может. Падают, падают листья. И мы падаем тоже. Вчера не любили Сталина. Сегодня не любят Путина. А мы, демократы, не стали. Выбрал путь диктатуры, мы превратились в расу зануд единоличников, то, что написано в паспорте.